находимся в Тринити колледже Оксфордского университета. Это единственный колледж, который посетил император всероссийский Петр I. Но здесь также много православных студентов. И здесь есть также профессора православного богословия и истории православной церкви. Но это уже появилось именно в 20 веке. We have a beautiful church. We have a very prayerful church. We have a wonderful pastor in Father Stephen. We are a harmonious community. Everyone helps each other. We all try to work together. And people respond. People respond with love. And I think that's a wonderful thing.